Всем салам алейкум, здравствуйте, это я, Омар Алибутаев, и мой блог «Омар в большом городе». Я уже полтора года живу в Москве и знаю здесь все и вся. Но сегодня я хочу посмотреть на Москву с другой стороны, так сказать, снизу. Ты что, диггер, что ли? Не, правильно, не диггер, а афрокопатель. Чё-то толерантнее надо быть, вафавай. Все, пойдем посмотрим на подземное царство Собянина. Ловите лайфхак от Омара. Угу. Чтобы запрыгнуть в канализацию, надо сначала одеть специальную униформу. Так делают все диггеры. О, вот она. Что, совсем спятил? Кто спятил? Ты что, черепашек-ниндзя не смотрел, что ли? Только вот так надо запрыгивать в канализацию. О, учитель дал уроки мастерства. Я пошутил. Надо спускаться под землю в специальном подготовленном костюме, да. Ну что, пойдем? Подожди, сейчас одного человека дождемся. Ага, спасибо. Вот. Горяченькая пицца теперь можно? Зачем? Как зачем? Мы же под землю спускаемся. А вдруг мы там Донателло встретим, Леонардо? С пустыми руками, что ли, в гости приходи? Вот ты интересный. Ну что, полезем внутрь, так сказать, исследуем Москву изнутри. О-ха-ха. О-па-па. О, вот мы под землей. Вот она, белокаменная, изнутри. Ну что ж, пойдем. Come on, get out of the house. Подземный Москва. Jesus Christ. Ничего себе. Я себя чувствую, как на учебке в армейке. Знаменитые футбольные ворота. Именно с ними тренировался Акинфеев. О. Лайфхак для рэперов. Вон. Здесь можно спокойно любому рэперу свой клип снять. Что случилось? Да я забыл, где машину свою оставил. О, мы подошли к секретному тоннелю темноты. Да, и она находится под охраной. Сейчас я вам покажу всю темноту эту. О, вот она, посмотрите, какая здесь темнота. А вот это место вообще шикарная темнота. Посмотрите, все здесь так темно, красиво. Ну все, больше показывать не буду, это секретный объект, поэтому. Так не видно ничего. Ну да, правильно, я же говорю, это секретный объект темноты. Здесь эту темноту охраняют специально. Да, пошли. Мы сейчас проходим под Бутыркой, Бутырская тюрьма. Можешь оценкануть Кокорину и Мамаеву, чтобы они начали подкоп делать. Я их здесь встречу. Кокорин! Мамаев! Путевой обходчик. Ага. Ходит старая легенда московская, что какой-то человек спустился под землю, чтобы обойти все станции метро. Но так и до сих пор не смог обойти, потому что не может догнаться за Собянином, который постоянно каждый день строит станции метро. Ага. Смотри, там налево. Ага. И в трубу зайди. Сразу на Жулебина попадешь. Эти тоннели так устроены, что если вы пойдете туда, а я туда, ага, то мы встретимся через 200 метров. Эй, давай вот не надо вот расходиться, давай вместе все время гулять, хорошо? Я эти фильмы ужасов смотрел, я знаю, что там будет, когда расходится. Какую-нибудь блудню попадем, вот эти хищники, вот не надо, давай вместе. Все здесь, а? Серый? Здесь. Ага, Саня? Здесь, здесь. О, красавчик. Паша! 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 О, будь здоров! Я не чихал. Как не чихал? Саня, убегаем! Кто-то здесь есть! А где наш проводник? Проводник где? Как мы сейчас выберемся отсюда? Люди! Люди! Если вы смотрите это видео, значит, я не смог выбраться из-под земли. А я ухожу таким молодым. Кто здесь? Крыса? Учитель Сплинтер, это вы? Помогите! Учитель Сплинтер! Мне нужна ваша одежда. Не-не-не-не, вот смотри, налево завернул. О, вон там стой, я сейчас поднимаюсь. Все. Опа-па. О, вот теперь я могу уверенно сказать, что я прохавал Москву самого низу. Вот так вот. Фуй. Теперь я настоящий Даг Диггер. Опа. О. Ну что ж,
Вот мы и попутешествовали под землей. Спасибо большое Никите за такую подземную прогулку. Ну а я, Омар Алибутаев, и мой блог «Омар в большом городе». Встретимся в следующем выпуске. Всем удачи, я пойду искупаюсь.